Начало положено. В трех поселениях Сургутского района, Лямино, Сытомино и Высоком Мысу, определили подрядчиков по реконструкции котельных. По словам специалистов, подготовительные этапы начнутся с наступления холодов. На объектах полностью заменят оборудование. Котельные переведут с нефтяного топлива на газовое. Это позволит не только сократить расходы, но и увеличить надежность. Переоборудование позволит создать больший запас топлива, что особенно важно для Лямино и Сытомино, которые дважды в год во время ледостава и ледохода на некоторое время теряют связь с большой землей. Так как сегодня мы уже имеем понимание, с кем, с какой подрядной организацией будем работать, наша задача теперь уложиться в сроки, заказать все оборудование, провести все необходимые подготовительные работы для того, чтобы по окончании отопительного периода приступить, собственно, к самим работам на котельных. Значительный финансовый вклад в реконструкцию котельных внес фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего на переоборудование трех коммунальных объектов необходимо 160 миллионов рублей. Больше половины, почти 100 миллионов рублей, из федерального бюджета. Остальную сумму поровну разделят муниципалитет и сами предприятия. Закончить работы планируют к началу следующего отопительного сезона. По словам заместителя главы Сургутского района Дины Кузьминой, рисков не успеть нет. Этим летом в Ультягуне за лето успешно переоборудовали котельную.